Очень хорошо, что вы делитесь своим опытом. Вот, Катя, поделюсь своим опытом перед голодом очищения кишечника и печени. Чубаш, сульфат магния и минералка. Ну что, хорошо, так сказать, прослабит, выгонит. Потом перехожу на сухое голодание 3 дня. Ну, к этому надо быть готовым. Если человек не готов к сухому голоданию, это в некоторых случаях может быть смертельным для него испытанием. А когда подготовишься, да запросто. Потом перехожу на условное голодание 7 дней. Вот не надо так говорить, условное голодание. А потом просто надо написать так. А потом перехожу на выход, на растянутый выход с помощью отвара трав, лимона, меда. Что мне обеспечивает сброс веса от 3 до 5 килограмм. Ну, это хорошо. То есть вы, ну, как бы сказать, хорошо, если вы, смотрите, отголодали в сухом голодании 3 дня, то 3-5 килограмм, в зависимости от начального веса, это у вас просто может быть вода выйти, и вы потом опять наберете воду. То есть вы смотрите, что у вас сбрасывается, жировая масса или еще что-то. Ну, в любом случае, значит, очищение кишечника, легкость или самочувствие прекрасно. Ну, каждый для себя что-то находит, что-то применяет, то, что для него является наиболее лучшим. Ну, что сказать, ну раз так, то так. Я благодарю вас за то, что откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала. И всегда оценивайте мои видосики. Если они вам понравились, а тем более приносят пользу, проявляйте благотворительность. А если нет, я схалтурю, значит, дульку с маком.